И мы продолжаем общаться с гостями Натальи Бочаровой. Они сегодня все очень разные. Актеры, режиссеры, представители кино и шоу-бизнеса, представители творческих каких-то профессий, сценаристы, а также бизнесмены. И сегодня мы будем общаться с Зайцевым Николаем Николаевичем, который расскажет нам о своем проекте и пожелает какие-то очень теплые, радостные, светлые пожелания для Наташеньки. Николай, вам слово. Расскажите, с какими своими творческими проектами для актеров, для детей, для взрослых вы пришли в свое время к Наталье и как планируете развивать их? Добрый день, Ирина. Хотел бы всем сказать пару слов. Спасибо за приглашение на интервью и на вечер. Я занимаюсь разными направлениями деятельности. Одно из них — это я являюсь директором по развитию АКР «Бегак» авиационно-космические разработки, а также являюсь также директором по развитию коворкинг-центра в гостином дворе. У нас идет активная очень работа по привлечению к творчеству как и актеров, так и их детей. И мы делаем для всех площадку в центре, в самом центре Москвы, прямо в гостином дворе. Это большой коворкинг, резидентами которого могут быть все. Самое главное, чтобы у вас были творческие направления. Вы можете рисовать, лепить, творить чудеса, неважно что, даже быть колдунами. И у нас такое направление даже открыто. Поэтому мы всех приглашаем. А с Натальей мы неожиданно познакомились именно на теме разработки совместных проектов по ведению творческой деятельности людей. Здорово! Как вам нравится идея Натальи по созданию кинобизнес-клаба, когда творческие люди объединяются с людьми бизнеса для того, чтобы реализовывать свои проекты? Да только за. Только за, потому что каждый человек, который занимается бизнесом, он просто не может быть без творчества. Конечно. Поэтому, когда начинается проявляться творческая составляющая, тогда и бизнес начинает лучше идти. Расскажите нам о галерее, в которую вы хотите задействовать актеров, режиссеров, которые пишут свои картины. Я слышала о том, что у вас такой замечательный проект, и мне очень хочется, чтобы вы рассказали о нем побольше. Да, проект необычный, очень необычный, который развивается вопреки всему, скажем так, вопреки всему идет. Мы действительно прямо в гостином дворе, между прочим, всех приглашаю в нашу галерею, секция 84 гостиного двора. И наша галерея получила новое название. Это теперь арт-КМ, коммуна мастеров. В этой галерее любой человек может проявить свои творческие способности. Может даже организовать мероприятие. Любое. Лишь бы только в пределах разумного. Вот. Как проект, это именно открытие в людях того светлого, что в них заложено жизнью. Чтобы человек, придя в галерею, мог написать картину, мог спеть, мог обучить детей чему угодно. Самое главное, чтобы это шло от души. Это здорово. А теперь мне очень хочется услышать добрые и светлые слова в адрес Натальи. Поздравление с днем рождения. Я-то что думаю. Поздравляю Наталью с днем рождения. Желаю, чтобы ее творчество только все больше и больше развивалось. И все вместе давайте сделаем этот мир лучше. С днем рождения! Замечательные слова. Спасибо, Николай.